друзья, на мотозиме есть гости, есть участники и посетители, которых просто не нужно долго представлять. Гараж 13. Прошу любить и жаловать. Реша, привет. Очень рада видеть. Расскажи, с чем вы к нам сегодня пришли? Выставили мы проект, который делали этим летом. Это проект Бухати. И у нас теперь новое ответвление в гараже. Это немножко в интерьер добавляем механики. Ну это просто невероятно. А кто дизайнер всей красоты? Дизайнер моя подруга Даша и я. То есть вы... Вы уже продаете это? Да, это продаем. То есть можно зайти на сайт, либо приехать к вам в гости на чашку чая, да. Посмотреть, очароваться и купить. Обязательно. Расскажи, пожалуйста, как у вас идут дела? Что за проект Ducati? Что новенького? Новенькое, я думаю, мы представим на мотовесне. Обязательно. Это будет два проекта. Один будет тот проект старый, еще доделался. И один проект очень новый. Открою тайну, это для девочек. Даже для девочек? Ну, ты же знаешь, терпения не хватит. Ну, расскажи в двух словах. Заинтриговала. Расскажи об этих проектах. Это невероятно красиво. Вы как всегда? Мы как всегда. Мы как всегда. Это у нас в Алмате путешествие. Это был проект Кирилла. Он сам придумал, сам сделал и предоставил это все, соответственно, клиенту. Клиент остался доволен. А это что-то невероятное просто. Этот проект мы называем брелок. Купленный брелок под квартиру. Проект сделал. Сделан под шлем Валентина Росси. Я видела. Да. Вот, отпечатки рук хозяина и его жены. Также отпечатки губ. Единственный отпечаток – это нашего художника руки. Вот такой вот он, да. Скажи, пожалуйста, нескромный вопрос, а как губы запечатлели? Девушка целовала губы, потом они переносились на компьютер, а потом переносились на мотоцикл. Ну, то есть это все сделано вручную, это не аквапринт, ничего, это все нарисовано. Ну, как всегда, мы не делаем аквапринт. Вы как всегда. Да. Скажи, пожалуйста, вот сегодня я понимаю, что первый день, зима. Ну, что ты скажешь, как тебе выставка? Как всегда, атмосферно. Настроение повышается прям. Твои пожелания организаторам, которые вот так вот нас радуют, собирают нас и весной, и зимой, когда еще даже кататься нельзя, но безумно хочется. Организаторам просто поклон низкий-низкий. Спасибо всем, кто приложил руки, усилия и все остальное. Нет, мы просто рады оказаться здесь, оказаться среди таких людей, которые нас окружают со всех сторон. Есть к чему расти, смотрим и стремимся. Мы вас очень любим, желаю вам процветать, роста и обязательно еще зайдем в гости. Спасибо.